Здравствуйте. В эфире телеканала «Айтон ТВ» программа «Тема дня». В студии я ее ведущий Александр Гурарье. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Трамп заявил, что эта организация является абсолютно бесполезной, и она несет прямую ответственность за распространение пандемии коронавируса. Наряду с этим президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин перечислил Всемирной организации здравоохранения дополнительных несколько миллионов долларов. Это плюс к обычному взносу России, который она делает ежегодно. Что же происходит? Кто же прав? И вообще нужна нам Всемирная организация здравоохранения или нет? На связи с нашей студией историк-политтехнолог Давид Эдельман. Давид, добрый день. Добрый день. Так нужна нам эта ВОЗ или это обычная, так сказать, структура, которая занята не борьбой, так сказать, с эпидемиями и за, борьбой за здоровье нации, а чисто распилом, извините, бабла? Давайте начнем с того, что я вас поправлю. Трамп не отказался платить ВОЗ. Он заявил, что он рассмотрит возможность перестать платить Всемирной организации здравоохранения. Ну, практика показывает, что если Трамп обещает кому-то не заплатить, то он, как правило, не платит. Окей. Это просто более точная формировка. Это первая вещь. Вторая вещь. Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения, что США платит ей очень много денег, а она больше заботилась о Китае. Ну, собственно, эпидемия началась в Китае, и Всемирная организация здравоохранения, когда еще объявляла эпидемию, а не пандемию, сейчас уже объявлена пандемия, то она прежде всего говорила о Китае. Сегодня ситуация уже совершенно другая, и на сегодня мы находимся просто в другой реальности, чем, допустим, это находились в начале января месяца. Тут надо сказать, что первый пациент с зарегистрированным COVID-19, коронавирусом нового типа, поступил в больницу в Ухане 17 ноября. А вот дальше были несколько вещей, которые четко показывают ситуацию в разных государствах, как они себя вели. В Китае врачи первыми начали бить тревогу в начале декабря. И их обвинили в распространении слухов, в распространении паники, вели цензурирование социальных сетей, цензурирование интернета. И, собственно говоря, благодаря этому Китай во многом распустил этот вирус у себя и поставил под угрозу весь мир. И тут действительно коронавирус выявил, так сказать, лицо китайской автократии и минусы китайского, ну, способа управления населением. Но дальше начались китайские плюсы. В авторитарном, полутоталитарном государстве гораздо легче вести карантины, гораздо более дисциплинированное население, и Китай благодаря карантинам сумел у себя победить коронавирус. Теперь на сегодняшний день в Китае, по официальным данным, 90% болевших коронавирусом уже выздоровели. Количество жертв в Китае около 3000, в США приближается к 12 тысяч. То есть это обозначает... Я осмелюсь перебить. Дело в том, что многие высказывают серьезное сомнение в правдивости вот этой цифры около 3000. Если мы берем официальные данные, то в США в 4 раза выше сейчас, хотя они, по собственным словам, не достигли пика кризиса. И на сегодняшний день... Даже если Китай занизил цифры, то мы можем сказать, что ситуация в Италии, в Испании, во Франции, в Англии с жертвами гораздо хуже, чем в Китае. И это показывает, собственно говоря, что у авторитарных стран есть свои преимущества в борьбе с эпидемией. Дальше получается ситуация, что Трамп говорит, вот слишком много заботились о Китае и так далее. Тут скорее слишком мало заботились о Китае, слишком мало обращали внимания на то, что там происходит. Вы помните, в январе месяце у огромного количества людей, в том числе в СМИ, это проскальзывало, но гораздо больше в социальных сетях,
было такое злорадствование. Ну все, вот теперь конец китайскому доминированию, теперь конец китайской экономике, а то, понимаешь, развернулись, они сегодня 17% мирового товарообмена. Ну и поговаривали, что это вообще большая фикция, что китайцы специально это запустили для того, чтобы обрушить биржу, обрушить рынок, а потом по дешевке скупить активы, которые они простеряли за последние годы. Это конспирология. Сегодня понятно, что, скорее всего, именно Китай выйдет победителем из этого соревнования, из этой проверки коронавируса. Теперь, что касается Соединенных Штатов Америки. И в каждой стране коронавирус очень четко показывает, что там неладно в политической и в социальной системе. В каждой стране коронавирус показывает, какая часть населения является вообще социально наиболее уязвимой, а следовательно и наиболее уязвимой, когда приходит такая опасность, и наиболее не только сама уязвимая, но и опасная для всего остального населения. Например, для Израиля этот коронавирус выявил большую опасность существования государства, в государстве, в котором является ультрарелигиозная общественность. Открою тебе страшную тайну, не только в Израиле. Когда я беседовал несколько дней назад с американским профессором, он, так сказать, немножко стесняясь и запинаясь, заявил, что вообще в Нью-Йорке вся эта история с эпидемией началась именно с религиозной еврейской общины, и в период праздника Пурим там заразилась масса народу, и оттуда уже эта эпидемия покатилась дальше. Окей. Это было верно несколько дней назад, я сейчас дойду до Америки. Сегодня, в Израиле это выявило, что есть наиболее скученная, бедная группа и не слушающая законов группа населения – это ортодоксы. Во вторую очередь, скорее всего, сейчас это будет затрагивать арабский сектор. Это не потому, что коронавирус антисемит или арабоненавистник. Потому что он прежде всего ударяет там, где самые плохие социальные условия, самое большое неподчинение законам, самая большая скученность населения. Коронавирус, как лакмусовая бумажка, выявляет слабые стороны государственной политики. В том числе он, допустим, в Израиле выявил то, что у нас этот министр здравоохранения Лицман, который вообще был опасен для страны, но в момент коронавируса выяснилось, насколько он опасен. Сейчас, правда, в Министерстве здравоохранения, так сказать, на правах анонимности заявляют на вопрос о том, что как же вы справляетесь без министра. Они говорят, что хорошо, чтобы подольше он посидел, спокойненько отдыхал, а без него как-то все работает еще и лучше. Кстати, вот это выявилась действительно тенденция, что, так сказать, религиозная часть израильского еврейского населения сблизилась тем самым с арабским населением и сблизила их вот это вот, так сказать, традиционное неподчинение власти, пренебрежение законом. И самое противное, что наш закон, наше правительство на протяжении многих лет вот это неподчинение абсолютно спокойно на него реагировало. Да? То есть попробует там какой-нибудь законопослушный гражданин там не оплати штраф за стоянку, а тут же, значит, у тебя будет двойной штраф, потом арест имущества. Эти не платили ни налоги, ничего. И совершенно нормально это все сходило с рук, потому что типа они маленькие, им можно. Это как религиозным евреям, точно так же, как арабскому меньшинству. Они, что называется, забили на государство, и поэтому могут себя вести так, как они хотят. И поэтому вот сейчас такое возмущение по поводу слов Рины Мацлиах, но она ничего, израильская журналистка Рина Мацлиах, которая сказала, что это, извините, это началось не с коронавируса, а налоговые инспекторы, которые входят в религиозный район Миашарим, должны выходить оттуда в сопровождении полиции, иначе чего вдруг они пришли брать налоги, да? Точно так же любые другие законы, любые другие правила, ультраортодоксы и арабы, это две фундаменталистские общины Израиля, которые похожи друг на друга, как будто они смотрят друг на друга в зеркальном отображении. В одном не работает 80% мужчин, в другом не работает 80% женщин. И те, и другие не живут скучно. И те, и другие не соблюдают законы и так далее. Извините, вишенка на торте. И тех, и других объединяет еще одна вещь.
Среди них большой процент населения, который таки да, работает, но работает по-черному. Да, и поэтому в момент, когда все это прекратилось сейчас, никто из них не имеет права на какие-то компенсации, там, на отпуск без с сохранением 75% содержания, потому что они просто не работают официально, все идет за наличку. Абсолютно верно, Саша. Абсолютно верно. Так вот, показывает слабые стороны, показывает, через кого может распространяться вирус. Но опять-таки в Японии вдруг в последние дни выяснилось, что самым большим распространителем там было, я смотрел японские сообщения, является гейши. А они, в свою очередь, это, жалуются, что правительство как-то не распространяет на них социальную руку помощи, которую дает на всех, и поэтому они вынуждены работать. Они вынуждены работать, они продолжают рожать. И так далее. Но если мы берем Америку, то в Америке тоже, во-первых, это ультрарелигиозная община, с которой это началось в Нью-Йорке, но если брать не только Нью-Йорк, а это все города Америки крупные, которые сегодня превращаются в очаг эпидемии, самая уязвимая часть, которая является и сами больше всего болеют, и является разносчиками болезни, это прежде всего чернокожее население, которое опять-таки живет скучно, живет более бедно, не может себе позволить не работать, потому что люди более обеспеченные в Америке могут себе позволить переждать карантин или там работать из дома, потому что можно работать на компьютере и так далее. Эти люди работают грузчиками, разносчиками, уборщиками и так далее. И они, собственно говоря, распространяют этот болезнь, кроме тоже огромное количество их работает по-черному, для того, чтобы скрываться от налоговой службы. И они не могут этого делать. И сегодня это ударяет по Америке. И это выявляет, допустим, большие социальные проблемы Америки, которые существовали всегда, и только коронавирус их только усугубляет. Точно так же коронавирус подчеркивает тенденцию, которая в Америке существовала достаточно долго, уже почти 30 лет, и возобладала полностью с приходом Трампа. Собственно говоря, с 1992 года, с момента, когда рухнул Советский Союз, состоялись первые в Америке постсоветские выборы, американские избиратели раз за разом выбирали президента, который более подходит для Америки и который говорит, что он более ориентирован на Америку, чем президента-глобалиста. Но первым прокатили по-настоящему великого президента Джорджа Буша-старшего, победителя Иракской войны, который не всунул туда войска, не увяз и так далее, а человек, при котором произошел демонтаж Советского Союза, главного врага Америки, политика, при котором Америка стала мировым гегемоном, мировым жандармом. Он был всего один срок, американцы его кинули. Они избрали Билла Клинтона, который был более ориентирован на социальные проблемы Америки. Опять-таки, Джордж Буш-младший был более проамериканским, чем глобалист Гор, который потом занялся глобальными проблемами, глобальным потеплением. Обама считался более ориентирован на социальные проблемы Америки, чем Маккейн. И мы можем так продолжать. Но окончательно эта тенденция в виде доведенном до абсурда укрепилась с приходом Дональда Трампа. Теперь Дональд Трамп может очень многим нравиться. И очень часто его есть за что хвалить, и правильно хвалить, особенно нам, израильтянам, учитывая его позицию в отношении Голанских высот, Иерусалима, Иорданской долины и так далее. Но Трамп начал своего президента заявление «America first», да? Америка прежде всего, Америка раньше всех, Америка имеет на все право, Америка должна, Америке все и должны и так далее. И фактически, что произошло с Трампом? Трамп сказал, нет, вот раньше мы вас всех водили и так далее, а теперь мы заботимся только о себя, только о себе. И кроме это была первая вещь в глобальной политике. Ну и вторая вещь, которая касалась местных дел. Трамп очень неглупый человек, по-своему, опять-таки, как
американский биржевой маклер, квартирный энтодилец и так далее. Он очень неглупый человек. Но при этом этот человек явным антиинтеллектуализмом, который, допустим, понимаете, в Америке тратятся десятки миллиардов долларов на различные разведслужбы. Их задача, чтобы это в конечном итоге выходило наверх и в конечном итоге ложилось на стол президенту. И тут мы выясняем, что этот президент, ну, об этом заявлял с первого дня, и тут ничего не изменилось, он просто отказывается выслушивать, читать доклады и так далее. Большой карьерный рост Помпео вначале для руководителя ЦРУ, а теперь как бы руководителя ВТЭПа, заключается в том, что он подготавливал Трампу презентации в PowerPoint и давал их на 1-2 минуты. То есть Трамп, как вот любит писать в интернете, особенно в Фейсбуке, слишком много букв, да? То есть когда он видит текст, в котором много букв, он его не читает. Поэтому он очень любит Твиттер. Он не готов выслушивать, он считает, что он знает лучше, чем специалисты. А теперь, многие претензии Трампа к ВОЗу, они должны быть противоположными. Посмотрите, представим себе, что, во-первых, ВОЗ должен был действовать гораздо более агрессивно, чем он действовал сейчас. Почему ВОЗ не действовал достаточно агрессивно? Это случилось после пандемии, после опасности пандемии 2009 года. В 2009 году, если вы помните, была угроза всемирной пандемии свиного гриппа, и тогда ВОЗ изо всей силы стал бить на бат. И поскольку они изо всей силы били на бат, им удалось это предотвратить. Теперь, было закуплено огромное количество вакцин, огромное количество прививок, огромное количество масок. И в чем стали обвинять ВОЗ? Что маски лежат и портятся неиспользованные. Вакцина оказалась чуть больше, чем нужно. Там этого оказалось. И действительно ВОЗ стали из-за этого критиковать. И пользуясь этим, ВОЗу стали снижать деньги. А еще больше критики, это была критика в коррупции, скорее всего, Всемирная организация здравоохранения договорилась с какими-то фармацевтическими фирмами или с фирмами, изготовляющими маски, засыпали к чертовой матери весь мир масками. И вот мы теперь в такой ситуации. Поэтому, когда уже была, по-моему, в 2015 эпидемия Эболы, то ВОЗ реагировал гораздо более спокойно, и потом ее уже критиковали за то, что они реагировали недостаточно агрессивно. И ВОЗ всегда критикуют в основном за то, что они преувеличивают, сеют панику и так далее. И сегодня вот эта вот постоянная критика, она сработала. ВОЗ в самом начале не вел себя так сильно, так агрессивно, как он вел в 2009 году. Хотя сейчас он должен был вести себя гораздо более агрессивно. Короче говоря, вы считаете, что Трамп не прав, и тем самым поддерживаете действия Путина, который перечислил дополнительные средства Всемирной организации здравоохранения. Что ВОЗ надо критиковать, есть за что критиковать. За то, что они недостаточно агрессивно существуют. Единственное, что я хочу сказать, что эта организация нуждается в реформировании. Но такая организация абсолютно нужна. Я просто хочу напомнить, что ВОЗ создан в 1948 году, как и другие структуры, связанные с Организацией Объединенных Наций, там ЮНЕСКО и так далее. Но ВОЗ, собственно, Всемирная организация здравоохранения, ее прототипы стали существовать с 1839 года. То есть они возникли в первой половине 19 века во время большой эпидемии чумы в Константинополе, когда Европа, понимая, что в Турции идет чума, и она может распространиться по Европе, первое, что сделала, не стала ждать, когда чума придет к ним, а отправила врачей, которые боролись с чумой, в том числе испытывали новые методы. Чтобы бороться с врагом на его территории.
Так, то теперь представьте себе, опять-таки, если бы президентом США был бы не президент и по имени Америка прежде всего, а президент-глобалист, который бы там уже в начале декабря была точная информация, во всяком случае, у американских спецслужб. То есть, если она была у медицинских организаций, я думаю, что у спецслужб она была на несколько дней раньше. А этот, если бы он доверял собственным структурам, если бы он знал бы этот, опять-таки, не относился к этому так, как он относится сегодня, и в начале декабря уже можно было надавить на Китай, можно было, опять-таки, он все время ссорился с Китаем, но можно было бы и договориться с Китаем, но и отправить врачей туда, и работать с этим, опять-таки, объявить всемирную опасность и начать изготовлять маски. Если бы это началось делать, то Америка бы не находилась в той ситуации, в которой она находится сегодня, когда они тупо перекупают этот самолеты с масками, которые Китай собирается отправлять, продает во Францию, в Канаду, в Германию. Уже 3 или 4 страны пожаловались на то, что Соединенные Штаты Америки просто платят в 2-3 раза больше и перекупают самолеты. Давид, мы не будем говорить вслух, какая еще страна занимается подпольной скупкой аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и всего прочего, вакцин, то есть и занимается этим спецслужба с громким и красивым названием Моссад. Давид, спасибо большое. Я просто хочу добавить, если бы меры были приняты вовремя, то не надо было бы перекупать. Америка бы сегодня сама могла завалить. То есть виноват во всем не Китай, а виноват во всем Трамп. Ему это припомнит. А виноваты все. Виноваты все, потому что мир глобален, значит, он глобально уязвим. И значит, с большими проблемами надо справляться сообща. Как говорится, знал бы прикуп. Спасибо. Мы беседовали с историком-политтехнологом Давидом Эдельманом. Переходим к следующей теме. Спасибо, Давид. До свидания. И с праздником.